Добрый вечер, дорогие друзья. Я хочу всех сегодня, в последний день Хануки, поблагодарить за помощь, за то, что вы откликнулись на мой крик о помощи, когда это было необходимо. Удалось собрать деньги на операцию. Операция прошла успешно. Насколько успешно, будет ясно через 2 месяца после контрольного МРТ. Пока что у меня период восстановления. Я поражена, честно говоря, отзывчивостью людей. Я не думала, что столько народу откликнется, столько народу позвонит, напишет, поможет словом, делом и моральную поддержку окажет. Я очень тронута отношением врачей госпиталя отеля Шамер Шиба, которые вошли в положение, несмотря на то, что мы не собрали всю сумму, нам сделали скидку, постарались подогнать смету под операцию так, чтобы хватило ровно той суммы, которая у нас была. Из-за этого изменили условия операции, проводили ее в 3 этапа, а не в 1, как изначально собирались, чтобы не было госпитализации ночной, чтобы не было лишних трат. В принципе, по словам медиков, я имела все шансы до сегодняшнего дня не дожить. Я дожила благодаря помощи людей, людей неравнодушных. И я очень всем благодарна. Огромное спасибо. Вы мне подарили жизнь. Знакомые и незнакомые. Московские друзья, и мои израильские друзья, и люди, которых я даже не имею чести лично знать. Огромное вам спасибо, человеческое. Хорошей Хануки.